Ожидание новоселья длиной в 20 лет. Татьяна Линник вместе с мужем готовились к переезду в новостройку еще в начале 2000-х. Супруги заключили договор социальной инициативы и внесли деньги за будущую квартиру в жилом комплексе комфорт-класса в Новоивановском. Но застройщик обанкротился, и началась многолетняя череда смен строительных компаний, обещаний и обманутых надежд. В бедственном положении оказались более 1000 семей. Наша борьба, достаточно социальная инициатива, так как обанкротилась, начала работать инициативная группа. Мы всевозможные митинги проводили, одиночные и такие, подписывали документы, и на нас обратили внимание. В 2015 году объект признали проблемным, и дело сдвинулось с мертвой точки. А в 2022-м строительство одного из самых затянувшихся и скандальных долгостроев Подмосковья официально завершилось. Получение заветных ключей стало для Татьяны Григорьевны полной неожиданностью. Радостное известие пришло накануне новогодних праздников. Когда нам позвонили, мы, в принципе, не верили. Когда даже сказали нам время, уже все, давайте. Все равно вот до последнего как бы не было веры, что это вообще возможно, что наконец-то мы дождались эту квартиру. Хотя ездили каждый раз, с МКАДа видны эти дома, очень такие высотные, красивые, такие достаточно яркие. И все время приезжали на них, смотрели, думали, будет наше, не наше, потому что несколько раз нас обманывали. Идеи отделки квартиры новоселы вынашивали много лет, и ремонт решили делать своими силами. Оклейка обоев, укладка кафельной плитки и ламината – всеми работами заведует супруг. А Татьяна Григорьевна выступает в роли дизайнера. Почему и стараемся сами ремонт делать? Потому что строителям достаточно проблематично сказать, вот здесь вот вы так, а вот здесь вот так. А так как мы сами, в принципе, с мужем, я думаю, что должно получиться все как бы хорошо. Всего в жилом комплексе 5 корпусов, и во всех уже идут ремонтные работы. Также в микрорайоне активно развивается социальная инфраструктура и транспортная доступность. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».